Вот партия макивар. В каждой макиваре дополнительно боек. Боек — это самая дорогая часть макивары, потому как изготовлена по особой технологии. Вот задняя часть макивара, она сделана гораздо проще. А боек — это сложная конструкция из дуба, склеенного в несколько слоев железа, фурнитура, узел регулировки. Вот эта пластинка, она поднимается вверх, там под ней находится гайка. Эту гайку закрепляете на уровне, на котором хочется, и сверху фиксируется вот этой гайкой. Соответственно, чем выше поднимается брусок, тем макивара делается жестче. Почему два байка? Один боек, вот этот, более тонкий. Это, значит, ученический боек, хотя так назвать его можно лишь условно, так как я сам на таком байке люблю работать, даже больше. На нем ставится именно техника, сила, дистанция и набивка происходит. Толстый боек — это более как, ну, тестовый боек, чтобы проверить действительно мощь всю своего приема. Ну или для работы ногами тоже годится он хорошо. Хотя и тонкий боек для работы ногами тоже годится, потому что сам удар приходится пониже, а чем ниже, тем, соответственно, меньше рычаг. Да еще если поднять вот эту планку регулировки, то и под ногу подходит запросто тонкий боек. Вот такая партия макивар.